Друзья, только что на Telegram мне поступило сообщение с просьбой распространить данную информацию, с чем я и спешу с вами поделиться. Итак, русский мужчина из Иваново пострелял трех таджиков, защищая свою семью. Между 44-летним мужчиной и 30-летним уроженцем Таджикистана произошел конфликт по причине имущественного спора. Произошла драка, в ходе которой таджик был побит, несмотря на разницу в возрасте. Такое унижение он стерпеть не смог, посему уехал за подмогой и вернулся с вооруженными соотечественниками. По словам очевидцев, они напали на дом, били окна, ломали ограждение и стреляли из огнестрела. Мужчина предпочел не тихо умереть от рук этнических преступников, не дать себя и свою семью на растерзание, а отстреливаться. В итоге началась перестрелка и закончилась следующим образом. Один уроженец Таджикистана скончался, двое других получили серьезные ранения. Мужчине теперь грозит большой срок, несмотря на самооборону. Я прошу вас сделать дуэт на это видео и как можно больше распространять эту информацию, чтобы хоть как-то помочь нашему соотечественнику. Спасибо.